Центробанк России отчеканил монету в честь столетия чувашской автономии. Тираж составил 3000 экземпляров. Монета серебряная номиналом в 3 рубля поступит в обращение 25 мая. На ней выполнено рельефное изображение герба Чувашской республики, дерево, в кроне которого сова и цапля. Под деревом девушка в национальном костюме с коромыслом на плечах. На дальнем плане в технике лазерного матирования изображен современный город на берегу Волги.